дзен – это практика ума. Таким образом, Сёрензи Кэмпа – разум твердый, как алмаз. Ты становишься в этом вопросе мастер, но ты мастер вот в одном небольшом вопросе. Что это единственное, что организует человека и с физической точки зрения, и с точки зрения здоровья. Познакомился в самом-самом раннем детстве, меня просто взяли за уши и отвели в бассейн. Ну, говорят, что я был слабым, малохольным, болезненным ребенком. А практика показала, что, чтобы защищать свои духовные идеи и цели, нужно уметь защищать себя. Главным направлением моих занятий является айкидо. Но попутно и параллельно с этим я занимаюсь яйдо и дзюдо. Какие-то координаты вырисовываются, становится понятно, где ты, что ты можешь, что тебе надо подтянуть, какие у тебя слабые места есть. Мои занятия айкидо постепенно ввели в мою жизнь определенную схему, определенную стабильность. Вся моя жизнь насыщена просто определенными планами, хотя эти планы спонтанны. Не бойтесь и не стесняться приходить в боевые искусства. Это действительно интересный путь. Некоторых он захватывает на всю жизнь. Некоторые так или иначе получают полезный для себя опыт. Безусловно, различные направления должны контактировать между собой. Мы приобретаем некий опыт, общаясь с представителями других школ боевых искусств. Те люди, которые занимаются традиционными школами, должны увидеть занятия айкидо. И, на мой взгляд, вот этот формат, который у нас сейчас прорисовывается, совместных таких тренировок. Такие сборища должны быть и постоянными, и в периодичности.
Так что, дорогие друзья, приглашаю всех на наши совместные тренировки, открытые тренировки.